Сегодня я провела урок в 11 классе по теме «Показательная функция, показательные уравнения в заданиях единого государственного экзамена». На каждом уроке я стараюсь развить способности детей для того, чтобы повысить их познавательную активность, кроме того, поставить их в нестандартную ситуацию, чтобы те задания, которые будут предложены на едином экзамене, были им осознанно восприняты и хорошо выполнены. На сегодняшнем уроке мы ставили цель повторить теоретический материал, связанный с показательной функцией, который вы увидели в презентации, подготовленной учеником этого класса. Тестовая работа, составленная этим же учащимся. Кроме того, мы преследовали цель на основе простейших уравнений показательных приступить к решению уравнений, которые предлагает часть Б, часть С. Дидактический материал, который был предложен на уроке, имеет разный уровень сложности. И поэтому мы старались подобрать такого типа задания, чтобы он охватил все разделы алгебры. Предложенная в начале урока интеллектуальная разминка несла две задачи. Это настроить ребят на лад, на уроке надо работать, включая все буквально части своего головного мозга. И второе, настроить их на работу, потому что работа предстоит сложная. По данному уроку выполнены все поставленные цели. Теоретический материал повторен, данные простейшие уравнения разобраны, и ребята получили достаточный багаж для того, чтобы в нестандартной ситуации проявить себя и выполнить предложенные задания.